как отключить монетизацию, то есть рекламу временно, не отключаясь от партнерки AdSense. Вот. Чтобы это сделать, нужно зайти на YouTube, нажать на значок своего канала. Вот я стрелку указал, куда нажимать. В выпадающем мини-окошке, где будет ваш канал или несколько каналов, нужно нажать «Творческая студия». Я выделил кнопочку. В этом меню перейти в раздел «Канал» и под меню «Монетизация». И в этом меню вы увидите кнопку «Отключить коммерческое использование». Я ее выделил. Нажимаете на нее, у вас будет оповещение о том, что вы отключаете всю рекламу во всех видео, на которых у вас стоит сейчас монетизация, то есть реклама. Вот. Ну и чтобы подтвердить отключение, вы нажимаете «Отключить коммерческое использование». После этого у вас не будет транслироваться реклама на ваших видео. Отключают монетизацию по разным причинам. Кто-то считает, что реклама мешает продвижению видео, то есть люди, когда видят рекламу, не хотят ролик смотреть и закрывают как бы вкладку и другое что-то ищут. Кто-то думает, что с этого мало получает, что реклама только больше мешает, чем человек зарабатывает. В общем, это ваше дело, отключать рекламу на ваших роликах или нет. Ну, на этом пока и закончим.